Здесь я, мы здесь я. Круто. Надеюсь, вы уже готовы к познанию новых высот изобразительного искусства в невиданных ранее потрясающих программах. Нет, это не реклама. Реклама будет чутка позже. Хотя, если бы мне даже такую залупу типа Paint'а предложили, думаю, несложно догадаться, да? Вот поставьте меня перед выбором. Впарить какую-то дресню за... Кто там выглядывает? 100 тысяч гривен или спасти всех больных детей в мире? Я бы однозначно ответил «да». Ну, не будем о грустном, я вообще хотел здесь в углу посидеть и поделиться с вами одной из самых сокровенных закулисных тайн. Мне 15 лет, у меня маска для... Не то. На протяжении 15 лет моей работы в создании видео, для поиска визуальных материалов и софта часто приходится залазить довольно глубоко. И это не какой-то детский даркнет, где сейчас каждый школьник умеет клады забирать. Это такой deep web, что вам и не снилось. Я видел некоторое дерьмо. Я видел сайты, где кто-то на протяжении 10 лет... Ты видел? Я видел некоторое дерьмо. Я видел сайты, где кто-то на протяжении 10... Ну, судя по всему, это его баба кувыркается. Лет каждый божий день выкладывает спецэффекты для обработки свадебных видео. Поздравляю молодоженов. Думаю, вы представляете, что творится в моей жизни, если у меня здесь аккаунт уже несколько лет. И я здесь не последний человек, между прочим. Так вот, однажды, проверяя очередную поставочку свадебных спецэффектов для тамады, чтобы своровать их и использовать в своих видеороликах, мне на глаз попался феноменальный экземпляр. Фотомастер. Обыватель скажет, ну и что это за говно? Что это за говно, действительно, что? Нашел какую-то залупу, очко, хрень. Да, но в этом-то вся и прелесть. Мы привыкли к тому, что по туториалу любого дебила из интернета за 10 минут можно научиться чему угодно. В том числе и понять, как вырезать картинки в фотошопе и даже делать что-то смотрибельное и распознаваемое. Но... Если научился летать, не забывай тех, с кем ползал. Какую первую картину написал Леонардо да Винчи? Почему, когда он сказал Леонардо да Винчи, я после слова Леонардо ждал Ди Каприо? Какой я конченый. Хуета полная. С чего начинал Джеймс Кэмерон? Windows Movie Maker. Иногда... Чтобы постичь истину, сперва нужно немножко испить мочевины. Это я сам только что придумал, можете себе записать мудрость. Здесь необходимо небольшую оговорочку сделать, чтобы за пиратскую пропаганду не стреканули. Я никогда, кроме как для ознакомительных целей, на подобные ресурсы не захожу. Я сам при бабках и пользуюсь только лицензированным программным обеспечением. Но чтобы наверняка не забанили, я, конечно, не хотел фасонить и выставлять на показ, но у меня нет выбора. Чё? Вот так вот, блин, да. На самом деле, меня не так привлекла очевидная пародия на Photoshop, как их промо-ролик. А он, я вам скажу, весьма сильный. Настроить экспозицию, поэкспериментировать с цветом, изменить фон. Вы найдете массу полезных функций. Я вообще не понимаю, зачем делают эти программы, когда есть Photoshop. Ладно, делали бы они их бесплатными. Функционал поражает, не правда ли? Особенно мне нравится объяснение того... Да, блять, за психодел у нее в картинке творится все видео. Мне больше стало интересно, как сделать такую хуйню и заморочиться. Но это, скорее всего, After Effects, которым я не пользуюсь. Наверное, придется скоро начать. Ботики, ботики. Есть надежда на то, что они нас скачут, и спать мы будем спокойно. А, я думал, есть надежда, что когда они в каком-нибудь из прыжков кого-то из них занесет, он влетит тебе в лицо. Айто, хуйню ты творишь. Вот. Погнали далее. Что делают стрелочки? Кликните по кнопке со стрелочкой с правой стороны, чтобы перейти к следующему фото в папке. Вы бы догадались? Думаю, нет. Очень полезная функция. Здесь еще объясняют возможности манипуляции с цветом. Меняйте цвета на фото. И самое главное. Нужно открыть снимок, который хранится в другой папке. Перейдите в меню «Файл» и выберите первый пункт списка.
Ну, это может нам, молодым, смешно, а вы представьте себе целевую аудиторию. Какая-то Анжела Викторовна 40+ смотрит и такая: «Ууу, ебать, какая магия! Это вообще возможно? Менять цвет на фото, открывать файл?» Вот зря вы рофлите, вот я такая тупорылая, например, я вообще в обработке. Здравствуй, дерево. Вот что-то более-менее для своей работы научилась, то хорошо. Ну, может, ты и прав, Ковенант. Теперь мое любимое. Смотрите внимательно. Вам не придется тратить время на тончайшую обводку. Достаточно схематично обозначить нужный объект, а после этого область, которую следует удалить. Программа автоматически отделит их. Это уже фак мой мозг, но кульминация происходит, когда эту картинку... Ну, кстати, это довольно удобно. Картинку ставят на новый фон. Дальше останется только установить... Хотя в фотошопе это все есть, просто лассо немножко по-другому, не так упрощенно. Новый фон и чуть-чуть скорректировать цвета. Ну, совсем цвета. Чуть-чуть. Для фотомастера это не проблема. Результат впечатляет. Как раз-таки самое это кропотливое. Результат впечатляет. Не правда ли? А он что-то изменил? Ну да, там закрасил пустые места. Ну, выглядит не очень. Блядь, стёрочкой бы хоть поработал, по углам белая пооставалась. Такое ощущение, что это картонную фигуру просто поставили на фоне фотообоев. Он никак цветность не поменял. Я системный администратор. Это мой каминг-аут. Заебись, у неё футболка, конечно. Грета Тунберг. Результат. Написал, что в той игре, где надо это, ну, типа, то, что мы с Куплиновым смотрели. Ну, то самое. Что та бабинь, которая, типа, непопулярная, но самое главное, она ебалом недовольным похожа на Гретту. Результат впечатляет. Не правда ли? Результат впечатляет. Не правда ли? Не правда ли? Лишь одна эта фраза сразила меня наповал, и вообще из-за нее я решил записать все это видео. Только подумать, какая магия убеждения в интонации диктора, он просто спас их продукт. Мне так жаль, что такие потрясающие совпадения попадаются очень редко. Знаете, это как делать видео или фото молодоженов, и тут... У него уши сошлись, когда он на руки знаете, поднял, как да? делать видео или фото. Да. Ушами сфоткал. Или ты понимаешь, что нет? Становится кот и начинает срать. Мне кажется, именно такие неподдельные моменты живого абсурда — это наивысшая форма искусства. Вы сможете удалить случайно влезших в кадр людей. Но, просмотрев до этого момента, в голову закралась мысль, что это все троллинг. Но нет, я купил эту программу, она реально существует. Вы найдете свыше сотни стильных эффектов. И ведь сложно не согласиться, стиль из моего экрана так и прет. А вот эти функции, да вы шо, можно такого красавчика из себя сделать. Но знаете, что я вам скажу? Нормальные ребята вообще программами не пользуются и выглядят безупречно в реальной жизни 24/7. Сука. Только задрики всякие рубятся по компьютерным клубам в КС-ку. Хотя играть в КС это тоже уже как бы неприлично, потому что все адекватные игровые машины давно уже заводят калибр. Ведь это не просто... Ай, этот хитро заинтегрировал. На недавно старел им получить... Ну, да... Пусть эта неловкая пауза пройдет уже, я хочу продолжить оскорблять труды других людей. Они еще умудрились сюда PNG-шных стикеров засунуть, как будто это хоть как-то оправдывает их цену. Добавьте текст. Ну, не будем хотя бы обманывать зрителей, у зумеров на уме... Блять, сука, это выглядит как в ебаном ворде! Это я окошко скажу, ебаное! Маша заебала по улицам таскать, поскорее бы уже в маме погрифить ложку. Всегда одно и то же. Яркий постер готов. Вот жаль, конечно, я не располагаю ресурсами, чтобы найти этого диктора и скинуть ему какие-то гадости на озвучку. Ладно, вижу, вы проголодались, поэтому давайте пойдем что-то приготовим. Чё? Добро пожаловать в рубрику «Секс-повар».
Сегодня у вас будет шанс научиться кулинарному искусству высшего эшелона. То есть он нашел этого диктора, заплатил ему, и он ему озвучил эту хуйню. Сука. Либо нашел просто кусок похожий, под него сделал скетч. Тоже может быть. Но секс-повар? Лона. Для приготовления французского блюда «Ля залупа де омлет». Явно! Явно нет! Нужно смешать яйца, соевый соус, слезы твоей матери из-за разочарования, что ребенок вырос таким дебилом и смотрит это видео, а также острый перчик. Перемешанные яйца жарим на сковородке, а все остальное вместе с левой рукой засовываем в блендер. Мне как опасно. У, какая красота. Выглядит неплохо. Ну да, а в рецепте не было авокадо, между прочим. Авокадо? Авокадо. Авокадо. Авокадо что? Авокадо. Ты ж не посмотрела мультик. Крайний космос. Да, авокадо. Красота! Впечатляет? Еще бы! А не пойти бы вам отсосать? Может, я не хочу это говно озвучивать? Может, я всю жизнь хотел научиться играть на укулеле, смотреть аниму и няшиться под пледиком с кавайной тяночкой? Да что вы понимаете, придурки? Пойду бахну пивка. Я обязательно заморочусь и посмотрю, каким образом Snapchat в видосы на компе замутить. Ну, ваше здоровье. Жрать-то не перехотелось, а еще больше захотелось. Я еще хотел показать вам нереальную программу, которая называется Photoshop Pro. Но, если честно, в этом видео я не хочу надругиваться над детьми, так что забудем об этом. Но все равно нельзя вот так заканчивать, просто потратив время. Оно должно уходить с пользой Десу. Поэтому давайте я вам реально всажу секретную информацию о достижениях мировых технологий. Наткнулся я на нее, когда мне нужно было срочно картинку обрезать, а фотошопа на компьютере не было, потому что Shindows недавно переустановил. Ну, я постоянно Shindows переустанавливаю, когда что-то лагает. И когда это видео монтировать буду, уверен, тоже начнет пердеть. Я бы, знаете, стол бы взял и разъебал бы этот компьютер. Я на массе, кстати. Если вы думаете, что я вам только в реале нападать могу, вы не забывайте, что я из клана Учиха, и у меня есть шаринган. Так что скрыться. Блин, по вечно цукуями штраф сердечко. Бля. Куйоми. Я уже забыл, как было в озвучке, которые я смотрел. Это за монитором да. Не получится. Ну да. Так вот, в силу отсутствия фотошопа, чтобы быстро вырезать картинку, пришлось гуглить Remove Background Online. И первая же ссылка перевернула мою жизнь. Короче, это самый интеллектуальный и точный вырезатель фона, который я когда-либо видел. Думаете, что ваш пьяный батя, упавший с лавки вместе со своим собутыльником, это безнадежный вариант? Ничего подобного. Вы посмотрите, какая безупречная работа. Ничего подобного. Вы посмотрите, какая безупречная работа. Да блин, я могу сюда хоть себя загрузить. И он удивительным образом также вырежет все идеально. Даже если взять фото с разной глубиной резкости, то оно почти все делает как надо. И если я сделаю похожую фотку и закину ее в большом разрешении, для него это не будет проблемой. Тут нужно немного повозиться, чтобы довести все до идеала, но очертания оно ловит безупречно, и на выходе как раз... Что-то как-то, по-моему, нет. Раз то, что я хотел. Конечно, есть много продвинутых дрочных способов и методик делать это в фотошопе, но настолько что точно... Что такие всратые фотки выбирают? У меня такой... Чтобы было точно понятно, что это не рекламные фото. Ну, наверное. Я не пойму, оно реально вырезает или нет? Красиво, пустил. Впервые. Однако не спешите радоваться. Бесплатно оно выдает только результаты в низком разрешении или всего одну фотку в высоком. Так что, опять-таки, сосите. Но не сильно.
потому что на самом деле часовая ручная работа не сравнится ни с каким искусственным интеллектом, тем более что к славянскому миру он точно не готов. Вот женщина, например, которая утюг выгуливает. Опа, шо, сожрал тупой искусственный интеллект? Он не понимает. А что? Ну, не, видимо, оно все-таки срабатывает. Действительно. Снеговичков. Этого он криво, но хотя бы распознает. А вот такое не ожидал. Ну, всякие инстабабы же делают фотки. Машине никогда не постичь вершину абстракции человеческой мысли. Ну, что могу сказать по итогу? Блять. Поздравляю вас с потерянными 10 минутами драгоценной жизни. Спасибо. Желаю вам творческих успехов и аутентичности и тебе во всем, того. Что вы делаете. Вот, собственно говоря, уже 7 часов проебано. Ну, еще как-то увидимся в подобном формате, если мне будет лень что-то нормальное делать. Ну а сейчас пока. До свидули. Каждый лайк плюс одна минута к жизни твоей бабушки. Жми палец вверх, если любишь бабулю. Сука, почему это так смешно? Бабуля в купальнике. Ай, блин. Крадется. Убежал, не вышло. К сожалению, у меня не осталось живых бабушек. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. В описании расписание стримов. Заглядывайте, смотрите другие видео. Всем пока.